жен, жены. Я считаю, что в служанках играть должны мужчины. Именно мужчины. Люминал. Да, люминал. Не делай, не делай такое лицо. Надо радоваться. Надо радоваться и пить так, словно ты уже бредешь просить милостыню по дворам и посольствам. Давай, давай, давай смеяться, а иначе мы вылетим в окно от трагизма. Убийство – вещь уморительная. Давай, давай смеяться. Мы отнесем ее в лес и при свете луны разрежем на кусочки. Надо смеяться. Мы похороним ее в клумбе, которую поливаем вечерами. Сумасшедшие, наверное, бегают на рынок до рассвета, чтобы купить их подешевле. Сколько внимания к недостойной хозяйке, дорогая Соланж. Сколько роз для нее, в то время как с мсье обращаются, как с преступником. Потому что... 10 таблеток. И сделай очень крепкое питье. Очень сладкое. Et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Ваш липовый отвар готов, мадам. Прощайте, балы. Вечера, театр. Я все отдаю вам. Мадам должна заказать себе еще более красивое платье. Как я буду бегать по портным? Я только что сказала твоей сестре, все в тюрьме. Теперь мне понадобится черное платье, чтобы посещать его там. Мадам будет еще элегантнее. Даже горе даст ей для этого пол. А, ты, безусловно, права. Я буду одеваться для мсье. Может, мне надо придумать траурный наряд по случаю ссылки мсье. Я его буду носить более торжественно, чем носила бы траур по его смерти.
А вы мне поможете тем, что заберете мои старые платья. Если я вам их отдам, может быть, добьюсь Божьей милости для всех, кто знает. Но, мадам, ваше питье готово. Мадам. Все кончено.